Тренер Поволжской академии спорта Дмитрий Денисенко. Дмитрий Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Как оцениваете игру команды? Из-за чего сегодня выиграли? Как оценивали силы соперника? И в целом по игре, что получалось, что не получалось? Ну, мы настраивались на тяжелый матч, таким он и получился. В принципе, ребята, план наш на игру сработал. В сегодняшней игре у нас принимало участие 6 новых игроков, которые впервые дебютировали в Национальной студенческой футбольной лиге. То есть команда у нас обновилась практически наполовину по сравнению с прошедшими 2 турами. И через вот практически мы последний тур у нас был это в прошлом году, осенью. Вот практически мы целый год были без футбола в Национальной студенческой футбольной лиге. Ну, ребята проявили характер. Команда «Саратов» очень хорошая. То есть мы давно их уже знаем. Играют в хороший футбол. Очень непросто, тем более в Саратове, с ними играть, когда они дома. И я считаю, что ребята проявили характер, несмотря на незабитый пенальти. Также были моменты у соперников. Игра была равное, я считаю, где-то нам немножко больше повезло в завершающей стадии. Но прежде всего хотелось поздравить ребят, они проявили характер. Вот еще раз хотел повториться. Хорошо, спасибо.